Всем привет, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик по мой ресторан Roblox. Да, друзья, это свершилось, наконец-то обновление, ребята сделали, нам Дэвид и Престон сделали подарок перед Новым годом всем фанатам нашего ресторана, мой ресторан, игра называется, кто еще не знает. Друзья, кучу нового понадобавляли, сейчас будем смотреть, ребята, Новый год скоро, добавили вот подарочки, короче, всего понадобавляли, сейчас будем смотреть, друзья. Обещали, что лимиток уже не будет, так что мы сейчас это все проверим, очень надеюсь, что будут нормальные цены, и мы сможем это все показать. Так что, друзья, сейчас начинаем, но перед началом этого ролика не забывайте подписываться и ставьте лайкусики этому видосику. Ну что, погнали! Так, друзья, давайте посмотрим первым делом, что у нас. Так, этажи у нас не добавили, к сожалению. Я думал, что этаж добавили. Так, тут что-то, короче, с этими статуями непонятное такое вообще происходит. Вообще, смотрите, одна шевелюра и все. И сзади вот эта вот штука, и все, больше ничего нет. Это у нас, ребята, со старого еще осталось. Эта вот штука работает, все работает, друзья. Тут у нас остались, получается, вот эти гробы, которые еще с Хэллоуина. Офигеть. Ребята, это все нужно убирать. Я делал стрим перед этим. День вчера, точнее, позавчера, либо вчера, я уже не помню. Делал стрим. И я собирал денежку, но, блин, ну не так уж много тут насобиралось. Так, у нас тут еще есть камин. Я понял, отлично. Это все, ребята, с прошлого года пооставалось. Я еще ничего не покупал. Я специально не смотрел. Вот вместе с вами хотел посмотреть это все, что тут нового понадобавляли. Итак, что мы идем? Идем, короче, наверное, в магазин посмотрим, да? Или подождите. Сейчас тут что-то должно еще быть. Тут должно еще что-то быть. И так, где-то тут говорили, есть подарки, по-моему. Вот, я вижу, вот он подарочек, отлично, сейчас посмотрим, что нужно для того, чтобы его открыть. Так, погнали. А, блин, 10 тысяч нужно посетителей, чтобы его открыть. У меня всего 260 зашло ко мне в ресторан. Ну ничего, подождем. Ребят, говорили, вроде бы еще какие-то должны быть подарки, походу. Может быть, где-то здесь они еще есть, хотя нет, так, палатки есть, они уже были. Короче, просто добавили зимние оформления, сделали, но я больше ничего не вижу. Так, этажи на этажах, что у нас здесь? О, вот, ребята, вот у нас тут елочка стоит. Так, тут, короче, ничего у нас нет. Ребята, ну, надо, короче, надо телепортироваться быстренько в магазин и смотреть, что у нас в магазине. Так, ну что, погнали в магазин. Так, вот, новые предметы, ребята, новые предметы. Отлично, new, видите? Тут раньше писало ограничено, а сейчас пишет new. Отлично, мне это нравится. Так, 800. О, какие цены, ребята, пряничные, офигеть, пряничная мебель, найс, покупаем, так, 18 тысяч покупаем, давайте сразу возьмем вообще по несколько, давайте, тут 4 возьмем, а тут возьмем 1, посмотрим. Так, а, ребята, смотрите, тут написано, короче, что должен эльф прийти. Эльф-посетитель. Офигеть, друзья. Давайте наберем, короче, помного, чтобы мы могли нормально поставить. Нормально. Мне это уже нравится. Интересно, сколько этот эльф будет приносить денег. Мне прям очень интересно. Так, что за колокол? Так, Winter Bell, что-то там... А, спешл награды. Нифига себе, ребята, спешл награды. Нормально, давайте 3 возьмем. Офигеть. Так, это что у нас? Сноумен. А, это такой же, только... Какой у меня есть, только он с красным. Он как Дед Мороз одет, прикольно. Но он, походу, ничего не дает, просто одет Дед Мороз и все, и больше нифига. Так, кукис, это что такое? Так, это чтоб Санта пришел к вам, офигеть. Шанс, что к вам придет Санта. Нормально. О, начинается, друзья, начинается. 200 робуксов, офигеть. Ну что делать, надо покупать, давайте брать. Окей, нормуль. Так, успешно, спасибо, пожалуйста. Так, о, ребята, смотрите, у меня, похоже, есть такие 800 робуксов, нифига себе, осталось 4700, нифига себе, 400 робуксов. О, блин, у меня такое же есть, ребята. Точно такое же, только что его ставил. Офигеть, 1 миллион. Ладно, давайте 5 возьмем, нормально. Давайте еще 5 возьмем, нормально. Пусть лежат, короче. Они есть не просят, поэтому пусть лежат, нормально. 15, вообще, ну, найс. Так, давайте... Вот такой же, ребята, такой же у меня есть. 15 штук, офигеть. Давайте берем, короче, елку. Елка, блин, у меня тоже вроде бы елка. Я только что мы елку видели. Че за фигня вообще? Че за фигня? Почему, блин, продают одно и то же? Ничего не поменялось, друзья. Это что, у меня глючит или как? Офигеть. Так, подождите, если 5 покупать, такая же цена получается. Ну, в принципе, нет смысла вообще 5 покупать. Можно одну взять. Что у нас тут? Double pay. 3 will pay double. Что-то, короче... А, все. Customer seated. Если, короче, возле елки садятся, то они платят вдвойне. Вы поняли? Офигеть. Это круто, конечно. Надо елок понаставлять. Ну, конечно, за 400 робуксов вы много елок не понаставляете. Поэтому возьмем, наверное, всего лишь одну. Я надеюсь, она такая же. Либо чуть лучше, точнее, как у меня уже стоит на последнем этаже. Так, это на что? Так, ну давайте, наверное, еще вот это возьмем.
А, все, 20%, что к вам зайдет Санта. Отлично. Блин, у меня похожие есть. Я надеюсь, они другие. Если они такие же, я буду, конечно, в шоке. Я вам серьезно говорю. Так, все, тут больше ничего нет. Ничего не добавляли. Так, это уже у нас было. Ничего нового. Так, тут у нас скины. Скины, короче, такие же, какие были. Я думал, какие-то зимние скины добавят. Нет, нифига. Зимних скинов нет. Окей. Отлично. Надо, короче, надо валить. Больше тут ничего нет. Надо валить, короче, ставить это все у себя в ресторане. Смотреть, ждать, пока Санта придет. Ну что, погнали в ресторан. Так, ну что, давайте, короче, поставим, наверное, сначала. Ребята, они такие же, эти сани. Офигеть, 800 робоксов мусор. Просто тупо мусор. Но я надеюсь, что шанс добавляется. У меня сейчас 40%, что зайдет этот Дед Мороз. Я очень на это надеюсь. Блин, ну жестко, друзья. Ну что за фигня? Почему так, блин? Почему так? Я не понимаю. Офигеть! Так, давайте Сант поставим. Так, короче, нам нужно сначала поставить это все, эти все декорации, а потом нужно поставить эти пряничную мебель, чтобы к нам зашел эльф. Сейчас посмотрим, сколько эльф дает вообще. Так, кукис давайте поставим. Это у нас, походу, для Санты. Санта любит печеньки. Это у нас робоксы и кукис. И еще можно поставить обычные. Вот такие вот. Давайте вот так. Раз, два. И давайте 3 поставим, вот так, 3. Короче, в ряд ставим, ребята, у меня тут такой бардак жесткий. Ну, хоть так, пусть будет хотя бы так. Так, давайте пряничные эти поставим, вот так вот, раз. Отлично, теперь столы пряничные поставим, так. Так, я надеюсь, что сюда должны прийти нормальные эльфы садиться. И никто, кроме эльфов, сюда больше не зайдет. Нет, заходят, ребята, что за фигня? Кто вы такие вообще? Вы что, эльфы? А, они туда наверх идут, отлично. Фух, я уже испугался, что они сюда ломятся за этот стол. Так, должны сюда идти только... Блин, садятся, ребята, я думал, только эльфы сюда могут сесть. Блин, эти обычные тоже садятся, ну почему? Дайте мне, я хочу эльфа посмотреть, срочно, дайте мне эльфа, я хочу эльфа. Так, убираем, короче, вот здесь давайте и поставим еще один столик, вот так вот. И стулья, чтобы посмотреть. Реально, нам нужны эльфы. Эльфы, заходите. Заходите сюда быстренько. Так, вот тут еще один. Ждем эльфов, ребята. Сейчас должны эльфы зайти. Посмотрите, сколько они денег дают. Вот так еще один поставим. Отлично. Смотрите, опять. Не, фух. Пронесло. Так, друзья. Вижу эльфов. Отлично. Смотрите, какие они смешные. Офигеть. Едят, а глаз не... А, видно глаза. Отлично. Так, а сколько они денег оставят? Интересно. Ну, давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, сколько они денег. Прям вот интересно. Мне кажется, они должны нормально оставлять. Если они заходят, они прям нормально должны... Вот еще один стоит. Смотрите, меню читает. Офигеть, меню больше в два раза, чем он. Так, а ну, чуваки, обрадуйте мне чем-то. Обрадуйте чем-то хорошим. Прям вот чем-то хорошим надо. А ну-ка. Давай. 160, нет, это не он. 300, это не он, этот чувак ел лобстер. Отлично, так, а ну. 77, 45, вот это вы нищеброды вообще. Как так можно 77 долларов оставить? Вот это вообще, зачем я вообще это покупал? О май гад, друзья, вы поняли, какая фишка? Вот это жестко. Я-то думал, что сейчас тут будет прям вообще нереально, блин, много давать. А дали фигню самую настоящую. Я в шоке, друзья, я в шоке. Короче, ребята, все понятно по обнове. Ну, не знаю, будем пробовать искать, будем пробовать ждать, пока к нам зайдет Дед Мороз. Пока что Санта к нам ничего не зашел. Тут у нас никого нет. Тут тоже. Эльфы, походу, заходят только на эти пряничные столики. На обычные они не заходят. Так, ютуберы сидят, ютуберы. О май гад, ну это смешно, ребята. Это реально смешно. Так, ну надо ждать, короче, друзья. Надо ждать, пока придет Санта. Сейчас понаставляем тут всяких приколов разных. Будем ждать, пока это все произойдет. Пока, если, ребята, к вам заходил Санта, напишите в комментариях. Мне очень интересно, сколько он денег приносит. Пока что ко мне не заходил. Я пока это все буду пока убирать. Возможно, в следующем ролике, если вам этот ролик понравился, пишите в комментариях, ставьте лайки. И в следующем ролике я понаставляю кучу таких каминов и сделаю прикольный, короче, прикольный шанс, большой шанс, чтобы только одни Санты заходили. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайкусики. Ждем Санту. Ну а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!